В Югре планируют приобрести 36 новых школьных автобусов. Соответствующая заявка уже направлена в Министерство просвещения России. Об этом заявили на заседании Совета по развитию местного самоуправления при губернаторе округа. По словам заместителя главы региона Алексея Шипилова, все учебные заведения готовы к новому учебному году. Это 708 образовательных организаций. Они прошли проверку на соответствие требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологическим требованиям. Все школы обеспечены учебниками на 100%. В этом году в первый класс пойдут 25 тысяч маленьких югорчан.